Денис Куйдин занялся растениеводством на одинокой территории в 2018 году. Поля десятилетиями стояли заросшими, поэтому фермер провел большую работу, чтобы навести порядок. Основной вид деятельности – возделывание гречихи. Для Ангарского округа это направление новое и перспективное. Климатические условия для этого вида растения подходящие. Это касается и импортозамещения, поскольку выращивается семенной фонд. А продукция востребована, в том числе за пределами региона. Сейчас в собственности более 200 гектаров земель, остальные поля в аренде. На фермерском хозяйстве планируют и дальше развиваться и довести площадь полей до 500. Хороших вам новостей!